Житель промышленного района Сергей Самаркин сегодня в этот спортзал приходит как к себе домой. Несколько лет назад он увлекся игрой в мини-гольф, и с тех пор его копилка медалей и кубков пополняется. Каждый год, участвуя в спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходит при поддержке Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары, он неизменно одерживает победу. Ну, во-первых, гольф, я сам человек такой, немножко аналитического, ну, стараюсь. А гольф – это и есть игра. Анализировать каждый удар, каждый вот как стоишь, как выходишь, очень много. А когда анализ правильно совершенный, вот с закрытыми глазами можно бить. Сергей говорит, все виды спорта, где требуется зоркость и аналитика, ему даются легко. Я стрелял, ну, из винтовки, из пистолета и дошел до чемпионата мира. Вот отсюда начинал, вот отсюда, да, чемпионат, соответственно, района, города, области, России. И в Австрию поехал, это было, ну, давно уже, я потом, ну, перестал просто строить, заниматься. Тот сам армрестлинг, раньше сам я заламывал всех, даже таких именитых спортсменов, которые на чемпионат мира, да, они говорили, еле от него вырвались. Организаторы соревнований в этом году устроили участникам сюрприз. Помимо мини-гольфа, дартса и настольного тенниса, они могли попробовать свои силы в новых видах спорта, таких как ноус и корнхолл. Ноус – это что-то вроде компактного бильярда, а корнхолл – игра, в которой нужно попасть холчевым мешочком в отверстие на гладкой доске. В этом году мы им предложили две новых игры. Одна вот мы ноус, соответственно, она тоже среди мужчин и женщин, а корнхолл – это, соответственно, будет игра в командном виде спорта. Там будут бросать 4 мужчины и 4 женщины, и, соответственно, результат потом пойдет в командную копилочку. Ноус, как мы и ожидали, что это та игра, которая им понравится. Корнхолл, она немножко такая своеобразная, но она тоже, как бы, если в нее вникнуть, потому что по этим видам спорта, как мы уже говорим, что проводится даже первенство России. Участников соревнований сначала отобрали в районах, затем от каждого на спартакиаду прибыли по 8 человек. Победители в личном зачете получили медали и грамоты, а команды – кубки и дипломы. Виктория Шара и Николай Сидоров. События.